Салют, друзья! Я думаю, все из нас задавались вопросом, зачем нужен MP3-плеер, когда есть смартфон. Тем не менее, MP3-плееры постепенно начали уходить из нашей жизни. Ставим в телефон карту памяти, заливаем в него гору музыки, скачанной из ВКонтоса, и, казалось бы, вот оно счастье. А как же быть людям, которые даже в дороге жить не могут без суперкачественного звука? Телефоны до этого уровня не доросли, но выход есть. Hi-Fi плеер. Народ, не знакомый с миром хай-фай плееров, понятия не имеет, что такое FIO. FIO больше смахивает на фамилия, имя, отчество. Но это не так. Услышав выражение «бюджетный хай-фай плеер», я изначально сомневался, что будет что-то толковое. Но быстро обломался. На самом деле, этот производитель набирает свою популярность, и каждая их новинка буквально обречена на успех. FIO X1 своей ценой просто-напросто заставил трепетать своих конкурентов. Алюминиевый корпус весит всего чуть больше 100 грамм. Все детали основательно подогнаны. Размеры плеера позволяют комфортно управлять им одной рукой. С управлением все просто. Пока вы интуитивно не разобрались в расположении и предназначении кнопок, лучше юзать первенца без чехла. Кнопки подписаны. Круглое поворотное кольцо, как по мне, добавляет удобства управления, ну вы и сами видите. TFT-дисплей не самый большой, 2 дюйма, но со своей задачей, как по мне, справляется полностью. По умолчанию цветовой фон скучноват, но для большего веселья на выбор есть несколько вариантов. Мне понравился зеленый. В комплекте с плеером наушники не идут, но я не считаю это недостатком. Как правило, наушники, которые идут в комплекте, никуда не годятся. Если вы сторонник крутого звука, то любимые уши у вас наверняка есть. Но если вы начинающий в этих делах, то не поленитесь и потратьте время на подбор новых наушников. В плеере нет встроенной памяти. X1 поддерживает microSD-карты памяти размером 32, 64 и даже 128 гектар. Плеер поддерживает практически все существующие сегодня файлы расширенных форматов музыки. В этом заключается одно из его отличий от обычных плееров. Размер файлов таких форматов куда больше, чем MP3. Поэтому предусмотрели поддержку карт памяти объемом до 128 ГБ. Плеер заряжается 3 часа, в режиме прослушивания на средней громкости X1 будет радовать слух 12 часов. Это проверено. Как только появилась информация о выходе в свет FIO X1, появились и слухи, что платформа будет построена не на полноценном ЦАПе, а на элементарном кодеке. А при таком раскладе плеер не смог бы обратить на себя внимание. В итоге инженеры FIO смогли и буквально нашпиговали не топовый плеер, очень вкусным железом. В общем, железо выдает, как по мне, очень впечатляющий звук. Звучание сложно описать словами. Его смело можно сравнивать со звуком, который выдают более дорогие конкуренты. При прослушивании классической музыки, богатой инструментами, иногда казалось, что есть пробелы в объемности. Но с другими стилями и направлениями вопросы не возникали. Общее впечатление – звук теплый, бас хлесткий, чистый. Середина – с этим также все круто. Высокие выдаются аптекарскими дозами, без лишней резкости. Как я уже и говорил по ходу обзора, FIO смогли удивить и порадовать меломанов. Да, именно меломанов, потому что граждане с аудиофильским уклоном смотрят обычно в сторону в разы дорогих аппаратов. Куда нам, пацанам? С вашей стороны будет некрасиво и неуважительно слушать на этом плеере MP3-шные файлы. Кто знает, тот поймет. Отдельное спасибо инженерам за то, что потрудились на славу. И низкий поклон маркетологам за очень приятную цену. Слушайте хорошую музыку, не забываем подписываться на канал, ставить лайк. Всем мира!